За несколько часов до начала спектакля нам удалось пообщаться с артистами и узнать подробнее о пьесе. Рассказывать спектакль – дело неблагодарное. Нужно идти и смотреть его. Комедия. Комедия положения. Люди попадают в определенную ситуацию и пытаются ежесекундно ее разрешить. Отношения отцов и детей. Да. Лев Толстой, знаете, что сказал по этому поводу? Примерно. Он говорит, я роман писал несколько лет, а ты хочешь, чтобы я тебе его рассказал за полчаса? Почему выбор пал именно на этот сценарий у вас? Чем он вас привлек? Мы вообще здесь ни при чем, мы ее не выбирали. Нам просто предложили. Об этом нужно спрашивать наших продюсеров этого фестиваля. Да. Ой, фестиваля, этого спектакля. Кто придумал этот спектакль, взять пьесу, потом переделать. Ну, в общем, она очень сильно отличается от того произведения, да, которое было в начале, так сказать. Сейчас это совершенно другой спектакль, и он каждый раз по-новому идет. А что для вас лично значит ваша роль в этом спектакле для каждого? Значит, наша немножко работа, есть возможность заработать немножко денег. Работа, которую мы стараемся делать честно, да? Оправдывать в меру своей. Ну, скажем так, это не тот глубокий материал, про который можно сказать, что это, так сказать, ну, любой, как бы, театральный искусство вообще, да, это же, от чего началось, пошло это. Празднование в честь бога Диониса были шествия еще давным-давно, и поэтому отсюда вообще пошло актерское ремесло из театра. Площадные представления и так далее, вообще, в принципе, это зрелище. И, как ни странно, вот мне кажется, да, что это намного сложнее, как бы сказать, с юмором и умно веселить публику, нежели как бы говорить, что а здесь, вот знаете, я тут что-то такую мысль глубокую несу, а где, как правило, всегда король-то голый получается. А вы впервые в Матвеево Кургане? Да. А какое на вас впечатление произвело? Что вам понравилось? Мы только из окна автобуса пока видели. Да, к сожалению, не было даже времени. Нет, ну заметили, что очень чисто. Да, чисто, ремонт. Приятно тут, и сейчас сидим там, так сказать, после обеденной у нас дрема и слушаем песни, настоящие казачьи песни. Там музыка за окном, да, атмосфера. А нет, приятная атмосфера, приятная. Вы приехали еще раз сюда? Конечно. Конечно. А что бы вы пожелали нашим зрителям? Сегодняшним? Да, чтобы они не зря пришли, чтобы они получили удовольствие вместе с нами. Потому что мы пытаемся это делать, ну, не только, как говорится, ради того, что вот это наша работа, там, обязательства это нести перед зрителями, но еще получать удовольствие от общения друг с другом во время спектакля. Доставлять удовольствие другим. Но это самое главное, обменная энергетикой зрительным залом. Если происходит вот этот мостик от актера к зрителю и обратно, то значит можно сказать, что спектакль удался. Спектакль поставлен по пьесе Ольги Степновой «Кукловод или дайте шанс». Продюсерский центр «Все хорошо». Режиссер, заслуженный деятель искусства Михаил Мамедов. В спектакле перед нами предстает провинциальный актер Роман Сироткин. Он готов пойти на все, чтобы получить роль в сериале и покорить своим талантом режиссера Германа Пехоткина. Молодой человек, не надо здесь смерть курносая! Смеешься надо мной? Ты смотришь на мой нос, тебя я проучу! Вообще мне твоего мечу! Что говорите вы? Считаете смешной? Нелепой выходку мою, и сам я признаю, что в бой вступать со смертью бесполезно! Передо мной уже открылась бездна, но на врага я никогда в руках успех достойно труса лишь! Я знаю, что меня погубит ваша сила. Я знаю, что меня ждет страшная могила, вы одолеете меня, я признаюсь! Но все-таки я бьюсь! Вы все забрали, все разбили рот, вы взяли лавры, взяли грезы, берите все! Но все-таки с собой и я, кое-что, как прежде, горделивым и незапятнанным, и чистым, и красивым, кое-что назначено и мне еще судьбой. Сегодня вечером, да-да, в гостях у Бога я у лазурного остановлюсь порога и покажу ему тот дар, что был мне дан. Ну, и тут я, как бы, так сказать, умираю. Почему вы вообще решили стать актером? Ну, потому что я с детства мечтал играть Бабу-Ягу. Почему Бабу-Ягу? Почему не Гамлет? Быть или не быть, вот в чем вопрос. Гамлет любой дурак сможет. Нет, не хочется мне спать, слышит сердце. Я танцевать хочу.
Деньги на этот сериал дает отец-режиссер, но только при условии, если сын женится и подарит ему внуков. И тогда Сироткин, который провалил пробу, решает переодеться в женское платье и разыграть отца-режиссера, выдаваясь за невесту сына. Простите, а вы кто? Твоя Ада. А, я понял. Это не женщина, это фильм ужасов. Девушка всегда должна выглядеть естественно. Для этого нужно очень много косметики. Да, да. Мужчина, вы не знаете, что с ним? А, он у нас это с детства такой, с придурью. Синоптик, одно слово. Ботаник. А, ботаник. А, ботаник. Ну, я раньше за ним такого не замечала, да. Да не любить такую женщину, это преступление. А любить наказание. Отец, как называется, когда ненавидишь женщину, которую любишь? Жена. Боже мой, простите. Простите, ну, да. Почти блондинку, я не догадалась. Вы же папа. Да, наверное. Боже, папа, дайте вас от меня. Да нет, папа. Артистов приняли очень тепло и по-домашнему. Публика смеялась практически над каждой шуткой.